Всем привет, с вами Артур, и сегодня у нас продолжение ремонта Subaru. Вспомним, что было в первой части. Итак, продолжаю ремонт, и теперь я буду ремонтировать заднюю крышку. Она как бы не сильно помята, но диагональ стекла проема нарушена. Буду восстанавливать диагональ и ремонтировать саму крышку. Первым делом измеряю, выставляю диагональ, ну и затем примерка и остальной ремонт. Итак, крышку примерил, стекло померил, и здесь как бы все окей. Теперь принимаюсь за ремонт переда. Крылья будут заменены на новые, а вот капот мне достался не в идеальном состоянии, но оригинальный. Вот эти все заломчики надо убрать, прикрутить крылья и все примерить. Thank you.
Итак, все скрутил, примерил, зазоры нормальные, и работа с железом впереди закончена. Теперь осталось все это разобрать и готовить на покраску. Так, шпаклюю поврежденные места, места стыков, ну и там, где равнял. В принципе, этого немного. Затем загрунтую и покрашу. Итак, машина загрунтована. И первым делом я крашу проемы, то есть все внутренности машины. Итак, машина покрашена, собрана, и с этой машиной ремонт закончен. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новые видео. С вами был Артур. До встречи.